27 декабря. Черный город. Прямо по курсу Гагаринский мост. После светофора. Но мы направо повернем. Поедем на Баринова. Посмотрим, что удастся снять. Видите, какая здесь панорама. Гагаринский мост не узнать. Его и не видно за машиной. Но вот справа и слева эти новостройки. Там, где вот с левой стороны за мостом, раньше была Дункина фабрика. Еще левее туда был Баккор-холодильник. Там вот, где вырабатывали сухой лед. И теперь там все это снесли. Вот видите, там что построили. Ну вот, что из этого получается. Так. Направо там пробка, поедем прямо. С Кминбаши. Гой, сэр! Старый город,
далеко. Выезжаем на Рабочий проспект. Лево, налево на Баринова, там пробка, поедем по этим пока по Рабочему проспекту. И там посмотрим, куда выйдем дальше. Рабочий проспект.
Розвернемося і поїдемо наверх в Ахмедли через український круг. Там за деревьями дом, где была известная аптека, аптечный дом. Дорога по направлению в сторону Украинского круга. Güreş azablardan olgudur bezar Gelen gözyaşıyla birce söz yazar Unuttu, bəxt ulduzum söndü dünyam qaraldı Unuttu, qəlbimdə susmayan bir səs ucaldı Unuttu Solup saraldı, unuttu Kalbimde susmayan bir ses ucaldı Unuttu, unuttu Son payız ömrünü yaza değişti Müqəddəs andını sözə değişti Unuttun məni Məni ağlar qoydun zalim intizar Ukrayinski krug, podyezhayem krugu
развернемся по кругу, поедем в сторону 8 километра. Прямо по курсу Гейдар-парка. Гейдар-парка. Там елка, арка. Здесь мы пропускаем слева, с круга, потом дорога будет наша. Камера уже слабо осталась, заряд аккумулятора, поэтому не знаю, насколько хватит. Но пока есть время, снимаем. Вот прямо перед вами парк. Видите арку и елку. Разворачиваемся, едем в сторону метро Аглар-Дусадума, Ахмедлы, Мерчеляр, в той части. Наверх была бы дорога, была в сторону круга Неапольского. Район станции метро Ахмедлы. Если я ничего не путаю. Приезжаем к станции метро Аглар-Дусадум. Где-то она здесь, поблизости, в этом районе. Это мост на пересечении. Самый длинный мост в Баку. Вот это он. Я по нему уже ездил, вам показывал. Видите помятые бортики? Машины ударяются иногда в них. Так, там пробка, поэтому поедем через отсюда. С левой стороны школа номер 210, но мы туда не поедем, мы там уже бывали. За забором школа,
бывшая улица Дарвина. Сейчас до Хрусть-Нуриева. Сейчас повернем налево и проедем через дворы. Слева такой-то детский сад, что ли, я не знаю, или что-то такое. Понаехали. И вот подъезжаем к улице Нахчеванского. Вот это уже вот эта часть. Там видите, новостройка, перед ней забор, и утра левее. Если поехать вниз налево, то там будет Восьмойский базар. Восьмой базар, километр восьмого. Вот мы поедем направо. А там? Там асфальтируют. Ладно. Ну давай, Гагуля, немецкая, ты. Такой машине не может отвернуться. Все гораздо проще, как выйдет. Итак, 27 декабря, Гагаринский мост, 8 километр через Рабочий проспект, Ахмедлы. Меня зовут Микаэл Алискеров. Будут деньги, заходите. Прошу любить и жаловать. Я приехал все домой. Это я. Улица Жданова. Ну все. Счастливого старта. Спасибо за внимание.